Finish him. You will never win. I will. Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Сегодня я, маэстро квартир 1. Ну, сегодня я решил еще раз, как говорится, продолжить. Привет. Значит, наш выживалку, значит, в временной вестерн на диком-диком западе. Ну, я уже тут немного поиграл, и вот, в общем-то, у меня какая тут возникла проблема. Первое, это у меня сейчас все, вот, как видите, недовольство в связи с тем, что я проворонил, короче говоря, где по поводу еды. Ну, как видите, да, уже практически ноль, но я успел чуть-чуть закупить. У меня практически на нуле баланс. Ну, как на нуле. Ну, до 5000, это считаете ноль. А, можем посчитать. И у меня тут обосновалось, я решил, думал, как бы там разовьюсь, там туда-сюда. Но, как бы, мне сейчас бандиты не дали. И сейчас обосновали, значит, лагерь недалеко от моего города. И, как видите, уже домишек уже 5, а не как у нас было в прошлых сериях, да, там 2 домика, 1 домик. Поэтому я, в общем-то, принял решение о том, что у меня пойдет некий отряд. И решил это вам непосредственно продемонстрировать. Я пока охотников... Это я охотников, думаю, наверное, может быть, даже и охотников взять. Да, давайте, знаете что, наверное, я все-таки... Если они, опять же, недалеко, да, потому что если они очень далеко... Ну, как видим, мы недалеко, да. Ну, нет смысла, да, если он там далеко, и его везти оттуда непосредственно сюда. Так, иди к нам сюда, дорогой ты наш охотничек. Так, где у нас второй? Угу, он только что пошел, да? Давай мы его обратно. Так, все. Перестой и иди сюда. Все, мы сейчас непосредственно этот лагерь очистим. И у меня еще, опять же, проблема, да, с едой. В данном случае у меня всего лишь один... свиноферма одна, но у меня построена шахта, значит, железные руды добываю и добываю уголь. Это я сейчас все продаю, абсолютно всего, все, как видите, да, я выставил вот уже 20 железа уже продал, а у меня вот везде по 50 стоят. Но почему я это делаю? Потому что сейчас складировать мне, в общем-то, железо и уголь не нужно, ну, нету. К сожалению, я не построил еще кузницу для того, чтобы все это делать. А чтобы кузницу ставить, нужно плавильня. Нужно переплавку. А чтобы переплавку поставить, в данном случае... Так, а где она у нас? Вот она. Значит, чтобы мне переплавлять. Да ёпки, ну нажмись ты, покажи-ка эту информацию. Да мать твою за ногу, а. Ну, в общем, мне нужно 30 сеттлеров. Ну, 30 жителей непосредственно. 15-18 у меня уже есть. Я для них вот поставил уже, заложил домики. Точнее, не домики заложил, заложил фундамент под домики. И пока они сейчас не особо мне рвутся, как говорится, да, там что-то делать. Ой-ой-ой, видите, сколько у меня полегло уже человек от моей, как говорится... забывчивости или невнимательности. Ну, называйте как хотите. В общем, суть-то остается в том, что мне нужно срочно делать что-то с едой. А с едой я могу сделать только одно. Это не под... Ой, у нас еще и этот закончился. Здравишки, хорошо. Так, сейчас я запущу в данном случае вот этого кренделя. О, ты хочешь... Ну давай, я тебя повышу. Мне нужны сейчас жители. Пусть ты будешь бездомным. Ну вот единственное, я не знаю, наверное, все-таки разработчику напишу, потому что, ну, как-то неестественно, да, я его повысил до жителя.
Но почему ему не пожить, вот, скажем, ну, в том домике, да, вот, в бараке, в котором он был? Так, стоять. Ах ты ж паразит, а. Какой, хотел у нас целями здесь, не получится. Так, вот так вот. Вот. И почему ему не, непосредственно не, не пожить в данном случае, вот, ну, в предыдущем, скажем, резиденции? Да, а потом, когда домик построится, просто переехать. Нет, он становится бездомным и тупо сидит. Да и, ну, ходит, ждет, когда ему, значит, так стоять. Так, и сюда. Так, и так вот так вот. О, как раз вы вот так вот у меня пойдете. Идите сюда, значит, всем я вам по стойке смирно. И бежим мы срочно вот сюда. Так, стоять, это кто? Это ко мне? А, он скорее всего, да, на шахту. Видите, как видите, у меня только один там работает. Так. И... Ну... Ну ты ж, блин. Давай, 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 это, булками-булками-то шевели. Так, замечательно, так, вроде как, и все равно. Ты что, бегать не умеешь? А, побежал. Растряси жирок, а то там стоишь... Фигней маешься. Так, опять, блин, ладно. Сейчас мы, во-первых, отменим всем движения. Поставим мы вот сюда их. Ну и заодно нашему, как говорится, ну, побежишь. Не хочешь. Ну давай два раза кликну тебе. Не хочешь? А три раза? Побежал. Ну, правда, это скорее всего не три, и он из двух побежал, но да, что-то меня немного стормознула система. Так, и я думаю, сейчас у меня как раз. Да. Что случилось? Ах, ты ж с голодухи, бедненький, ты мой, помираешь. Так, хорошо, тогда. Блин, нужен, на самом деле, нужны эти рейнджеры. Пусть идет. А я поставлю все же еще одну свиноферму. Ну, без еды, как говорится, это жесть. Так, о-о-о, у нас... Да ладно, я могу поставить? Нет, не могу. Или могу? Могу. Угу. Хорошо. Где у меня свиноматки? Ну. Не, шерифа не буду, слишком сейчас. Ну, нажмись. Во. Или этого поставить, блин. 400, а этот 400. Знаете, давайте все-таки. Да, у нас свинки есть, давайте еще. Ёкарный бабай. Охренительно. Но я правда знаю, где я его размещу, поскольку я его уже применял. По-моему, я его, да, уже пытался его поставить, но он зараза. Он раз зараза очень большой. Да, и, наверное, я его. Или все-таки свинюшек. Да, давайте все-таки свинюшки. Они. Ну тут как-то по. Прошу прощения, ну как поменьше, да, это само здание, поэтому мы во всяком случае его можем куда-нибудь вот сюда, а даже вот сюда, да, то есть любое место шикарно. Сейчас где у меня тут? Так, у нас забойка здесь.
Так, нет, сюда пойдет все-таки, да, действительно, сюда, наверное, пойдет все-таки этот животинка. Да, поставим его сюда, пусть стоит. А туда пойдет непосредственно у нас говядина. Но говядина, ёпарасоте, какой я в минус ухожу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что случилось? Так, мне нужны срочные инструменты. И давайте на паузу и... 800. Охренеть. Да, 800 это не хухры-мухры. Так, ну, так, а здесь у меня есть живность вообще какая-нибудь, или здесь нет живности, или он прохлаждается? Нет, что-то носит даже. Ну ладно, пусть. А, все правильно, я же этих-то чудиков повысил, а им жить негде, и в итоге они, блин, они не приносят мне денег. Вот в чем проблема. И еще у меня вдобавок, да, скорее всего, из-за этого. Нет, из-за этого я вряд ли. Что-то значит мне еще минус гонит. Скорее. А, еще у меня, наверное, вот из-за этого гонит. А, так, стоять, я забыл. Блин, я про забыл про этих бандитов. Так, сейчас, где у меня тут? Так, мне нужно. А, обычный. Да, мы обычного берем сюда. Направляем. Мы обычного. Нет, это не обычный. Тоже необычно. Слушай, а где вы? Вот. Ты сюда направляешься. И еще один обычный. Сюда направляешься. Ну, по крайней мере, сейчас хватит так. Доста. А, стоять. Так, и это. Так, это у меня. Да, это у меня бойцы. Все, отлично, это у меня бойцы. Да, сейчас мы этих всех замочим. Говнецо истребим, и нашему городу будет как раз хорошо очень жить. Да, опять вот что-то он забаговал. Ладно, о, молодец, молодец. Ну, мы неплохо довольно-таки, в общем-то, справились. А, правда, 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 мне... Так, а... То есть вы решили сдаться, блин, ах вы кренделя-то, а, кренделя. Давайте, давайте, пошустрее. Ну-ну-ну-ну-ну. Да, что-то они как-то встали и не знают, что здесь, что им делать, блин. А-а-а! Вот я о чем и говорил. Я ушел в минус, и все, гейм овер. Ну что ж, давайте, в общем-то, сейчас я быстренько на сохранёнке перезагружусь и вернусь к вам. И здравствуйте. Мои дорогие подписчики, гости моего канала. Вот я наконец-то это, в общем, перезагрузился. В общем, я перегрузился, и мы начинаем, собственно говоря, сейчас стараться не попасть в просак. Так, я сейчас вот этих вот поднимать не буду уровня, ну, поскольку, блин, минус и так идет. Так, здесь я быстренько продам одежку, поскольку у нас ее, ну, у меня, у нас, да, там много ее, блин, по 2 бакса, нет. Продать, 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 продать. Что бы нам продать такое? Алкоголь можно немного продать. Алкоголь, конечно. Так, а сколько он стоит? 7. Не густо, не густо. Да, самый хороший у нас, как видите, железо и уголь. А еще лучше, конечно, слитки продавать.
Ну, давайте камушка, наверное. А, камушка у меня 0. А, ну да, я продаю. Так, мы тогда это отменяем. Так, блин, жалко, вот мне. Я говорю, вот здесь вот наверху нету всей информации по товару. Так, что у нас здесь? Это у нас стоит 6. На меня ее стыдит. Ну блин, ее так, конечно, зерно-то нужно, поскольку у нас потом иначе производство станет. 9, да? Блин, с лесом проблемы могут быть потом. На нас ее, у нас их 15. Так. Блин, даже не знаю, что продать. 8. Вот это можно, конечно, продать. У нас муки, в принципе, пока достаточно. Давайте муку. А, блин, не то делаю. Так. Так, не то делаем. Так, все, сейчас продаем, значит, у нас муку. Продадим штучек 20. Блин, даже не знаю, по 2 бакса нет. По 2 бакса смысла нету. Ну давайте бревнышек чуть-чуть, буквально десяточку продадим. Я думаю, нам как раз. А, это единоразовый, да? Мы пока еще из этого ничего не продали, да. Так, хорошо. Так, отсюда не выносят, поскольку у нас. Так, это я быстро ставлю на максималку, потому что у нас сейчас работнички. Так, рабочники. Работнички. Ты чё, сдох, что ли? Интересно. А почему? Да. Блин, слушайте, я, честно говоря, где-то я что-то упустил, видать, буквально вот маленький моментец, и, как говорится, пошла вся вот эта вот хреноблуда. Так. А, мне надо сейчас. Блин, да как меня. Блин, поскорее бы оперативочку немного прибавить. Блин, а как говорится, притормаживает. Так, хорошо. В общем, если кому, как говорится, не жалко или хочет просто, как говорится, высказать, у меня вот здесь вот, как говорится, можете поддержать. Действует голосовой чат, так что как только я буду записывать, если вы угадаете, и в это время придет от вас, собственно говоря, помощь, то здесь появится. Ваше сообщение зачитается. Ну и оно, естественно, попадет непосредственно на видео. Так. И. Блин, вот это мне не нравится. Вот эти мне смартики. Блин, грустные такие. Морды, блин, они мне вообще не нравятся. Так, у нас опять. А, ну да, у нас один, короче говоря, видите, сколько уже павших. Как жалко, ребята, вас, ну блин, вы как-то, блин, я не знаю, держитесь. Таскайте, мяско таскайте. Ладно, давайте мы, значит, А, здесь нету мяса, и здесь нету мяса. Да чтоб тебя. Так. Скажите, а где у меня свиноматка? Так, подождите, вот я этого дебила поставил, блин.
Кузнеца, мать его. Блин, а где у меня этот? Ага, вот он, да? И он мне как раз долбанный кузнец. Да, кузнец нам не нужен. Его, конечно, можно было бы убрать и тем самым 40 монет сэкономить, но... Но у меня сейчас запустится скоро... А, нет, не скоро, мне еще надо вот этого приблуду. Ладно, давайте, знаете что, я отправлю, все-таки нажму, чтобы они перенесли. Вот эту кнопочку нажимаем и заставляем непосредственно работникам, значит, говорим, чтобы они срочно отсюда переносили на склад данную продукцию, чтобы она там не застаивалась. Но так как у нас, видите, мы в продаже сейчас пойдем, ударимся в большие продажи для того, чтобы выйти из этого кризиса. Так, а что? Сколько у меня... Так, а что мне надо? А, всего лишь 800. 800 монет всего лишь. Пфи! Да, господи, это ж... Это же говно вопрос. Сейчас я эти 800 монет как ни хрен сделать делаю. Так, все, у нас, значит, положили, как мы видим, мы уже на 700, да? Хорошо, так идем в плюсик. Здесь, нам не хватает, я понял, не хватает в данном случае инструментов. Ну, мы, блин, да вы что, издеваетесь, я только от вас отбился, точнее. Хорошо, сейчас я вас покажу вам, кусик, ну, мать, покажем. Так. Давайте этих вот выделяем. Нет, вот рабочих, честно говоря, я бы не хотел сейчас брать. Вот, блин, я, честно, не понимаю, как... Как бы это все... Вот... Блин, вот несколько выбрать, чтобы, да, вот, либо shift, либо как-то зажать, там, шифтом их, блин, они вот контролом не выделяются, никак, в общем, их не выделить, чтобы, странно на самом деле, может быть, я что-то, так, давайте, допустим, может быть, я, конечно, что-то такое неправильно сделаю, но, так, и ты стоять. Ну, вообще, как, по-моему, шифтом, да, shift зажимается, и обычно выделялись какие-то игроки, либо контролом. В общем, если кто-то, как варианты может предложить, да, пишите в комментах, какие еще варианты можно вот так вот, скажем, несколько человек за раз, например, взять. Да ладно, да ты задрал уже. Так, вот так вот мы возьмем. Да, вот у меня немного бывает такая вот хрень и хренотень. Так, а где я потерял их? Вот они. Так, еще раз возьмем их. Так, все, бегите сюда, бегите. Надо срочно от них избавиться, потому что если они опять начнут что-то тырить, бандюганы, а у меня с ресурсами и так не очень-то. Так, 4, так, нормально, 4200. Так, сейчас мы досочку один раз продадим, да, это один раз этот продадим, и у нас останется, значит, вот здесь. Так, и... Ох ты ж! Где ты, блин? Где ты, паразит? Где ты, мошонка, блин, единорога? Кто-то меня уже тут... Так, это кто?
Блин. Как он нужен, а? Да, он нужен, но у меня минус 20 в балансе. Тэн-тэн-тэн-тэн-тэн. Да, давайте я его все-таки возьму, но сделаю вот это вот. Все-таки я сейчас снесу, чтобы мне хотя бы не такой большой минус уходить, да, по чуть-чуть, но я буду перекрывать торговлей. У меня сейчас непосредственно продается железо, и продается, сейчас будет продаваться уголек, и я тем самым непосредственно перекрою. Так, да что, где опять, где блин, запарили, слушайте, вот так. Так, этот у нас с ружьем, да? С ружьем. Этот без ружья. Все, давай, ты сюда. Нет, точнее, вот так вот. Вы сюда. Пройдите сюда. Ну, ты можешь сюда пройти? Так, а ты давай вызывай на себя, как говорится, огонь. А мы тебе поможем. Мы подстрахуем тебя. Хорошо. Мы обязательно тебя подстрахуем. Ой-ой-ой, какая же у меня... Ай, блин, постигла неудача. Вот ты ж... Пиздюк. Так, я понял. Так, давай... Да ладно. У меня же здесь был этот рейнджер. Рейнджер. Блин. Мать твою за ногу, а? Не одно, так второе. Сейчас мы этому накостыляем. И, блин, надо срочно спасать склад. Всё, блин, вот что значит одного, понимаете ли, рейнджера убрать, а он, а ты здесь у меня. Конечно, можно было бы шерифа поставить. Блин, ну шериф денег стоит. Нет, так, мы будем защищать, во первых склад, пусть он здесь, а второй у нас как бы вот этот у нас защищает там, правильно же? Правильно. Все, одного мы, правда, блин, лишились. Это хреновенько, если честно. Так, давай, ты сюда. Ты сюда. Не, давай-ка ты у меня, нет, не-не-не-не, вали отсюда. Но, походу, он не жилец, если честно. Да. Не дотянет он. Ня. Все. Сейчас сдохнет. Блин. И здесь мы... Вы будете, блин, тушить-то или нет? Писец, а? Ну, блин, ну вы потушите. Потушите быстрее, тушите. Вот, вот, молодец, молодца. Туши, туши.
Нет, что-то у меня как-то, блин, уже второй раз не прет. Не прет. То, блин, банкротом, теперь, блин, я склад, походу, у меня похерится. Ладно. Да, это все из-за еды, поэтому давайте мы еду немного прикупим. Так, а с едой это что у меня? Так, давайте на склад отнесите. Ну вы, ну тушите, ребята, тушите побыстрее. Брат, вот жаль, что нельзя, вот знаете, нажать кнопочку и, как бы сказать, он... Чтобы непосредственно, а, здесь атаковать, либо защищаться, да? Ну ладно. Вот нету кнопочки, чтобы нажать и, например, да, отдать приказ им тушить. Вот они как-то подходят по одному, вроде бы тушат, но, блин, ни хрена не тушат. И вроде, и... Ну да, и вон у них есть. И водичка есть, и все есть. Блин, бери, как говорится, и кидай, и туши. А, всего одна. Не, ну да, они таскают с другого. Ну, блин, они со склада, по-моему, или откуда там у меня на складе вроде был бы. Был. Ну да, совершенно верно, вот он. Ладно. Если это все сгорит, это ж столько потерять ресурсов. Ладно, давайте проверим, что у меня. Посмотрим. Во что это вылится? Так. А, мне... О, дождик пошел. Слушайте, а может быть дождик за как-то... Так, вы долго это будете делать? Давай, ты сюда беги. Все, ты уходи отсюда. Все, ты сейчас закончишь здесь и тоже возвращайся к работе. Вот, интересно, а дождик нам поможет, интересно? Блин, ни хрена не помог. Дождик даже не помог. Ну, что это за... Конечно, бред на самом деле. Ну, блин, дождик не помог затушить огонь. Так, кто опять умер? Да, блин. А, это наш этот чудик, который шел и не дошел. Ну ладно. Так, морем. Больше воды. Так воды и так, блин, здесь дохренище, еще 75. Так, и... Тупой ты, говнюк. Зачем, вот видишь же, что, блин, трупешник валяется и... Идет прямо по нему. Ну что ж, ладненько, сейчас это все уберут, в общем, да, ну, меня перенесут на складец. Я... Думаю, что сейчас построю в первую очередь непосредственно литье. Так, это у нас есть. Это у нас. Где у меня тут? Этот у меня есть. Все, отлично. В плюс я выхожу 38. И поэтому мне сейчас нужен. А, потому что домики, да, построились тут. По-моему, один построился. А, нет, ни хрена не построился. Ладно. Пусть они пока строят. Так, сейчас я первую скорость включу. А, вот меня почему нету. Ну. Нет. Отвисай. Во, отвисай. Так. Вот, у нас идите туда, быстренько там
копайте, колотите. Так, а здесь у нас склад был. Мне нужен вот этот литье 800. Ай, блин, а на него нужны инструменты. Угу. Нет, за 4, пока 4000 в минусе, пока я не буду этого делать. Ну, в плане того, чтобы продавать. Так, здесь у нас, здесь мы отменяем, пусть сюда приносят в данном случае пшеницу. Я хочу, чтобы они вот это место освободили и поставить все-таки здесь, ну, заново склад. Ну, построю. Так, воду, алкоголь. Да, алкоголь пусть везут. Да. Ну, в общем, пусть все переносят. Если, конечно, у них сейчас силенок хватит на то, чтобы все переносить, с учетом того, что у меня... Так, давайте. Ну. И давайте одежку. Ладно. О, 6 баксов. Замечательно. Мы как раз... Как мы, да, как видим, вот такая динамическая смена цен происходит на рынке. И это, слушайте, круто. То есть было 2 бакса, да, потом раз 6, потом раз там 2 опять может бакса. То есть надо... В этом случае нужно, конечно, здесь иногда притормаживать с продажи. Поскольку, ну, не, хотя по 2 бакса тоже выгодно, с другой стороны, да. Ну, потому что вы продаете, получаете за это, в общем-то, деньги. Да ладно, вы идите тут. Блин. Слушайте, у нас смертность в этой серии что-то как-то... Так. Да, давайте это отменим. И я куплю все-таки еды, потому что еды у нас кажется... катастрофически не хватает. Давайте 25 24. Так, и я, знаете что подумал, я, наверное, не буду ставить. А, подождите, а где у меня... Стоп. Это у меня непосредственно выходит... А, нет, это у меня... Да. Так сказать, забиваловка. Так, этих мы... Да, этого мне нужно запустить, потому что дров у меня нету. Люди... А людям нужно как-то согреваться. Так, этот у меня, по-моему, здесь что-то есть. Кто-то тут из живности бегал, насколько я помню. Да, вы же бегаете, живность? Да, слушайте, бегает какая-то. Так вот. Даже мишка есть. Так, им, наверное, я все-таки поставлю. В данном случае, как я в первой части, точнее, в начале ставил животинку, я, наверное, все-таки поставлю один пик. Как-то вот, знаете, блин, не пишет, вот жалко, здесь не пишет, сколько они, ну, сколько производит, да, то или иное хозяйство животноводческое. А так, сейчас. Так, и давайте мы... Так, куда ты уезжаешь? Ну, не уезжай. Да, чуть-чуть с контролом, как видите. Бывают такие непонятки. Так, и у нас он выводит здесь, да? Ну, давайте вот так вот поставим его. Так, иначе я без... То есть 400 я трачу, но тем самым я... Блин, у меня этого не хватает. Но это нужно, иначе я остаюсь без еды. И, как вы видите, да, недовольство моих граждан растет.
А растет оно с геометрической прогрессией. Так, вот видите, свинку повели. А самое интересное, я как-то тут играл, и получилось так, что там классно так. Значит, рабочий подходит к ферме, к свиноферме. Подходит, значит, начинает уходить, и за ним бежит свинка. И вот так они всю дорогу, то есть идет он, и за ним бежит свинка. Ну, в данном случае, точнее, этот мод. Вот. И за ним бежит свинка, она забегает сюда, если. Ну, надеюсь, вы сейчас услышите. Сейчас. О, я надеюсь, сейчас, ну, было слышно, как он ее, как говорится, порешал, зарезал, и она хрюкнула. Ну, да, здесь озвучка, конечно, вот это тоже очень хорошего, то, что вот, ну, не прям не каждый момент, да, чего-либо, но, да, вот такие вот, вроде как, казалось бы, да, зачем делать звук на то, чтобы когда там режут свинку, ну, видите, разработчик заморочился и сделал такую вещицу, как можно было услышать. Так, так, этот здесь, и ты здесь, а нахрена вы тут вдвоем? Давай-ка вот сюда иди. А ты... Да, а ты давай... Давай тоже здесь склад охраняй, потому что у нас единственный склад остался. Я, честно говоря, его похерить абсолютно не хочу. Так, нам чуть-чуть привезли, значит, мяско. Это плюс, потому что я хотя бы вот часть недовольных уйдет. Блин, как они долго это переносят, ладно. А, и мне нужно непосредственно закупить, даже нет, не 10, а... Давайте штучек 5 мы закупим в данном случае инструментов. Ну, у меня плюсик, да, и поэтому, в общем-то, бояться нечего. То есть я могу, даже не 5, даже давайте 10 я так и закажу. А поскольку я в минус теперь не уйду больше 5000, ну, плюс идет, да, небольшой, и тем самым будет такой баланс держать. И здесь мне нужно поэтому срочно, да, поставить этот, я уже... В общем, у меня глюканула немного игра, точнее не сама игра, а глюканул непосредственно программка, и концовка, к сожалению, не записалась, но, поверьте мне, там было на что посмотреть. Там снова у меня разгорелась, по-моему, эпидемия, померли людишки. Но, как говорится, в следующий раз я вам расскажу уже более подробно в своем обзоре. Ну, а на сегодня все, пока. Пока, с вами был Маэстро Квартира 1, лайки, дизлайки, как вы хотите, подписывайтесь на канал, ставьте, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления на по e-mail, или на e-mail, как правильно тут. А вот, так что все, удачи!